русский язык, постановка звука рэп, логика внимания, память. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Фонематический слух, звукобуквенный анализ. Пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дизартическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие друзья! От души приветствую вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Последний день лета, последний день каникул, да, начало учебного года. И я вижу, что, судя по общению с своими коллегами, подругами, все готовятся к учебному году, и детский сад приводят в порядок. И те, кто идут в детский сад, тоже готовятся. Короче говоря, вот такой вот переломный момент, да, еще мы отдыхаем, и вот мы уже работаем. Короче говоря, приступаем все-таки мы к работе. Я с удовольствием приветствую коллеги. Когда вы пишете, вот и Печора нас приветствует, Алтайский край, Саратовская область, и Санкт-Петербург, все с нами, Ростовская область. Ну, Валерия, вас приветствую, вижу, что вы все время с нами. Вот, Нижний Новгород. Короче говоря, меня порадовало, коллеги, что вы сегодня нашли время пообщаться. Из Омска Вера тоже пишет, потому что я понимаю, что достаточно напряженный момент сейчас у нас находится, но тем не менее я думаю, что час с небольшим у вас есть время, чтобы пообщаться, потому что взяла специально такую тему, которая будет актуальна, я думаю, практически весь сентябрь. Это обследование детей, это понимание, с чем дети пришли. Возможно, когда вы работаете с детьми уже не первый год, вы смотрите, какое прогресс, какая динамика произошла за лето. И часто дети очень сильно дают динамику, даже если с ними не занимаетесь. Добрый день, Светик нам пишет. Коллеги, приветствую. Серпухов, Донецк, Юлия на связи. Вас приветствую. Буденновск, Красноярск, Хакасия. Такое удовольствие для меня читать ваши города, коллеги. Прям все время читала. Но, во всяком случае, даже если не называю, то всех вижу, потому что передо мной большой монитор, и наш чат, он прям у меня перед глазами. Вот, и хочу сказать о том, что готовимся мы и будем обследовать детей, будем смотреть, в каком состоянии у них и речь, да, и насколько они выросли. Вот, и как это всегда интересно увидеть после такого перерыва детей, после своего отпуска. Вот, и посмотреть, что происходит. И чем больше мы с вами работаем, вот чем я больше работала всегда, коллеги, тем более такой комплексный взгляд уже на ребенка, да, не только как он говорит, какая у него речь, какое у него звукопроизношение и грамматика, но и вообще, как ребенок развивается, что в семье происходит с ребенком, возможно, у него там брат или сестра появились, да? Ребенок меняется, как любой человек, все время, да? Такая вот не застывшая фигура, вот, поэтому практически вот эти первые недели сентября мы присматриваемся к ребенку, приглядываемся. Он тоже уже забыл, что это такое, находиться в кабинете, приходить к нам, общаться, контактировать, да. И поэтому вот те материалы, которые я сегодня покажу, хочу показать ЛогоБлица, ЛогоБлиц школа и Психоблиц. Вот такое у нас уж прям родилось название. Это те материалы, они, которые есть у нас на флешках, да, они очень удобны в использовании, и у них очень простая структура. Я даже вот приготовив 3 флешки, думаю, что, наверное, покажу одну или две, потому что они очень по своей структуре примерно одинаковые, совершенно понятно, как внутри с ними действовать, да? И поэтому мы их и посмотрим, как они выглядят изнутри, потому что вы знаете, что традиционно, когда мы показываем материал на флешках или вообще какую-то новинку, мы всегда делаем скидки приличные, и если они вам понадобятся, то как раз самое время их приобрести. Татьяну из Донецка приветствую, надеюсь, что наступит время, когда мы сможем из Донецка тоже всегда отправлять этот материал, полезный для вас. Вот. Батайск присоединяется, Лилия, музыкант. Сегодня с подругой, с музыкантшей своей общалась и говорю: слушай, ну вот надо нам как-то вместе тоже эфир провести, потому что музыканты к нам присоединяются, спрашивают, какой у нас материал. Мы тоже стали об этом задумываться, потому что вот эта вот музыкальная грамотность, да, она сейчас так вот плотно вводится в детские сады, и как бы на уровне с физической культурой вот музыкальный момент тоже присутствует. Итак, хочу начать вас знакомить с флешкой, которая называется «ЛогоБлиц школа». Напомню, что она идет, ей можно пользоваться без интернета. Вот. Мне сейчас нужен интернет, чтобы вам ее показать. Вот. И вот чем мне нравится «ЛогоБлиц школа», вообще очень люблю эту флешку и этот созданный материал, потому что его можно, хоть и написано «ЛогоБлиц школа», он очень хорош и для старших дошкольников, и как момент диагностики, обследования ребенка, который идет в школу, да, то есть она такая очень многофункциональная, плюс в ней много интересного материала и игр, которые можно использовать в течение года, не только в начале года. Плюс я всегда советую этот материал использовать как консультативный, да, к вам пришли на консультацию, возможно, это одноразовая консультация, возможно, к вам пришел ребенок, хочет проверить готовность к школе или там ко второму, к третьему классу. И я считаю, что это выглядит очень достойно и солидно, когда вы используете подобного рода интерактивный материал, чтобы познакомиться с ребенком и чтобы родители также оценили степень вообще владения вами интерактивными материалами. Вот, поэтому я всегда за то, что, коллеги, всегда вам говорю, за самопрезентацию. Не только для собственного удобства использовать материал, но и для самопрезентации, потому что родители молодые, современные, они, конечно, без интерактива свою жизнь не представляют, поэтому всегда относятся с пониманием и с доверием. Итак, вот я загрузила флешку, очень быстро она встала. Вот Хабаровск приветствую с удовольствием. И думаю о том, что у нас последние, коллеги, встречи в 4 часа по Москве, мы переходим на 6 часов, потому что большинство людей проголосовало за время 18 часов, поэтому Хабаровск будет для вас более позднее время, но в то же время меня утешает то, что на следующий день мы всегда вам присылаем запись нашей встречи, и вы можете посмотреть, если не досмотрели до конца. Так, что-то у меня шарашит немножко, этот выключен пока. Да? Пока выключу. И выключился. И вот мы с вами заходим на главную страницу. Спасибо. На главную страницу, да, «ЛогоБлиц школы». И здесь у нас будет тот материал, который мы с вами создаем. Пока мы с вами, пока я готовилась к вебинару, вот создала одного ребенка, уже могу открыть его карту. Давайте создадим следующего ребенка и посмотрим, что у нас будет, какая у нас тут будет, например, девочка Орлова Оля. Да? То есть как создается ребенок, и весь материал, который мы делаем, мы уже привязываем к ребенку. Весь материал будет около него, и вы увидите, я несколько раз об этом напомню, что созданный материал можно легко распечатать, сохранить в таком виде, его можно откорректировать, если вам понадобится. Подбираем дату рождения ребенка, поскольку у нас... Ой, далеко пошла, в другую сторону. У нас ребенок, предполагаем, что ему, например, 9 лет исполнилась девочка, да, и вот у нас открываем ее карту. Открываем карту, видите, у нас здесь, как только открыли карту, девочки, коллеги, приветствую Иркутск, Соликамск, Мурманская область, присоединяется Сальск, Великие Луки. Всех вас вижу, всех очень рада видеть и благодарю вас. Сменим картинку, да, у нас тут для девочки, видите, столько можно вот так вот проскроллировать и выбрать картинку для девочки, какая ей больше понравится. Можно делать это вместе с ребенком. Класс ребенка записываем. Вот у меня Люба идет в этом году во 2 класс. Можно записать 2 класс. Здесь имя родителей. Иван Петрович, например, и Маргарита Ивановна. Или вы запишите сюда номера телефонов, пожалуйста. Здесь мы отмечаем, ребенок правша или левша, тоже такой момент. Полезно видеть это в карте, и уже открываем речевую карту. Видите, написано «речевая карта школьника». На самом деле это может быть и старший дошкольник, Хочу вам прямо обратить внимание на универсальность этой карты. Также хочу сказать, что здесь есть такая кнопочка «Сделать звуковую запись». Она есть у нас и в логоблице тоже, когда вы можете... Блин, я и думала, что будет такая засада. Так, ничего, я просто перезагружу, перезайду. Вот. Еще раз смотрите, как раз когда я загрузила флешку, у меня образовался ярлычок на рабочем столе. Да? Вот так это выглядит. Я делаю на весь экран. Да? И вот у нас наша Оля. Открываем ее карту. Можно сделать звуковую запись, как ребенок говорит, какая у него речь при первом обследовании. Да? То есть нужно протестировать флешку, чтобы четко видеть, что все это у нас работает. Но наша задача – открыть карту. И здесь вот в чем плюс логоблица школа. Нажимаем на кнопочку «Заполнить карту». Да, вот у нас Оля пришла, ей 9 лет, что мы можем выбирать уровень сложности, да, который мы предлагаем ребенку. Здесь есть уровень 1 и уровень 2. Уровень 1 всегда легче. И мы его предложим дошкольнику, да, старшему дошкольнику, который идет в школу, или ребенку 1-2 класса, который отстает в учебе, да, у которого проблемы в учебе. Возможно, это дети коррекционного класса, поэтому здесь в этом такой плюс. На других флешках такого нету. Можно выбрать уровень. Ставропольский край, Ессентуки. Елена из Донецка. Всех вас рада приветствовать, коллеги. И везде, что удобно во всех наших флешках, не надо ничего писать. Да? Почему у меня и в заголовке написано «Оперативное создание документации». Вот, чтобы действительно вы не тратили время на заполнение, на выбор. Весь материал вам представлен. Повтори, пожалуйста, за мной. Та-па, та-да-та. Ну, обычное слогосочетание, и всегда я добавляю, что эти слогосочетания, вот эти материалы, они факультативны, они как подсказка для вас, но вы можете брать собственный материал и отмечаете. Смотрите, какая градация, да, чтобы более точно нам понять, с чем пришел ребенок, мы можем выбрать точный ответ с первого раза, точный ответ после повтора инструкции, что тоже хорошо, правильный повтор со второго раза, неточное повторение, не справился. Что такое не справился, я не знаю, возможно, он все время допускал ошибки или вообще не стал общаться. Мы выбираем вариант и двигаемся дальше. Различение слов, близких по звучанию на слух. Да, рада, что Удмуртия, Краснодарский край к нам присоединяется. Дом, гном, челка, щелка, рак, лак и так далее. Выбираем ответ. Двигаемся дальше. Близких слов по картинкам. И тут смотрите, как только написано по картинкам, у нас появляется кнопочка «Проверить». Также хочу обратить ваше внимание, на всех наших картах, будет ли у вас логоблиц или психоблиц, есть смена вида. В зависимости от того, где сидит ребенок, чтобы ему было комфортнее и удобнее все видеть. Где картошка, где гармошка, где корона, где ворона. Покажи, где кашка, где каска. Повтори за мной: мишка, миска. То есть был материал на слух, есть материал с визуальной опорой. Вот, пишем: вызвало затруднение, возможно. И кнопочка «Сразу сохранить». Для ребенка 2 уровня мы предложим материал немного посложнее. То есть здесь уже идет звукобуквенный анализ, выделение первого звука по картинке. Вот картинки с гласным, разные гласные у, и, да, в начале слова о, а. Повторяет ребенок, называет, выбираем, сохраняем. Да? То есть смотрим сразу по ребенку, в зависимости от того, с чем он пришел, какой запрос, какой уровень ему предложить. И мы выбираем сразу, сколько здесь ошибок в ответе. Повтори. Могут быть такого рода задания. То есть моя задача, коллеги, показать вам, как выглядят задания, как ими воспользоваться. А это все очень понятно. Просто вы анализируете, какие у вас дети, что вам было бы удобнее. Выделение первого и последнего звука на слух. Да, и вот слова на гласные, на согласные. Фонематический синтез происходит как? У нас, возможно, будет картинка. Да, вот здесь есть картинка. Покажи на картинке Л, У, К. Да, и если мы с ребенком поработали по картинке, а если у нас есть время, то мы и предложим ему игру. Здесь написано «Интерактив». Помоги построить лестницу. Т, А, М, К, Вот это Наталья спрашивает, первый и второй уровень это УНР, первый и второй уровень. Я бы, если, Наталья, вы работаете с такими детьми, как УНР, первый и второй уровень, то я бы предложила флешку «ЛогоБлиц». Здесь нет такого там попроще задания, да, мы обследуем там речь дошкольника. Но структура и схема будет такая же, задания интерактивные или в картинках. И вот игра у нас, да? Отлично. Мы играем, выбираем это слово, строим здесь лестницу. Да, вместе с ребенком. Слово «банан» ребенок слышит, анализирует. И обращаю ваше внимание, что игры с этой флешки вы можете использовать в течение года, что очень удобно, чтобы не было ощущения, что вот купил один раз и все. Вы строите лестницу. Играете, достраиваете лестницу до конца. Наш пожарный всех спасает, и это очень интересно. Например, одна ошибка была в ответе или много ошибок. Сейчас мы просто выявляем, да, и мы как бы делаем такой акцент, что мы играем с ребенком и в то же время смотрим, ага, вот такой у него уровень, вот на это буду больше обращать внимание, с этим у него вообще все хорошо, да, то есть мы как бы не тестируем ребенка, не проверяем его, не очень мне нравится вот эта идея прямо проверки, да, мы просто определяем поле деятельности нашей, да, смотрим, с чем знаком ребенок лучше, с чем хуже. Вот, и таким образом двигаемся дальше. Здесь у нас такие разделы. Я вам показала первый и второй уровень раздела, который называется «Фонематические процессы». Да, первый, второй уровень. Дальше идет блок «Слухоречевая память». Третий блок «Зрительно-пространственная память». Пространственные представления. Да, нам уже психологи, да, за это время и Наталья Малюкова нам давно объяснили, насколько важно пространственные процессы развивать у ребенка, как это влияет на чтение и письмо, вот эта ориентация в собственном теле, право-лево. Так что мы как бы в духе времени следуем этому и создаем материалы, которые позволяют ребенку это все совершенствовать. Здесь же навыки языкового анализа синтеза, чтение, письмо, звукопроизношение. Выставляем оценки чтения, почерка. И здесь такой взяли мы, коллеги, момент, как оценка утомляемости и заключение специалиста. Потому что если ребенок в этот день был не совсем здоров или расстроен чем-то, или вообще был испуган ситуацией, то мы это тоже отметим, потому что это влияет на результаты, и это будет нам напоминать о том, что можно еще раз встретиться с ребенком, чтобы это все посмотреть. Итак, слухоречевая память, повторение цепочки слов устно. Видите, в первом уровне это 3-4 слова, во втором уровне это 4-5 слов. Это во втором уровне уже повторение предложения. Потому что когда вы произносите ребенку фразу «лунный свет освещает ночную дорогу», ну, скажем прямо, даже не всякий взрослый, наверное, это повторит, но тем не менее у нас такая задача. Вы, видя вот эту строчку, да, можете придумать собственный простой вариант. «Папа идет в магазин». Это повторить легко. А вот фразу «творчество наполняет жизнь яркими красками», да, это сложная фраза, и мы будем обследовать ребенка, например, 4-5 класса, предложим ему такую фразу повторить. Он, в принципе, уже должен это делать. Да? Поэтому, несмотря на то, что речевой материал весь абсолютно собран и предложен вам, ваша задача – это, конечно, собственный материал тоже иметь. И здесь, вот смотрите, мы выставляем, что у нас говорит ребенок. Где-то нарушен порядок слов, а где-то он дает точный ответ. Мы смотрим ребенка первого уровня, например, 9-летнего, и двигаемся дальше. Зрительно-пространственная память. Повторение последовательности. Здесь у нас кнопочка есть «Проверить». Да, поэтому я обращаю ваше внимание, что у нас вот есть кнопочки «Проверить», «На экране», «Распечатать». Все это активные кнопки, которые можно использовать. Наши гусеницы подружатся, если пуговки на их костюмах будут расположены в одном порядке от головы до хвоста. Будь внимательным и передвигай пуговки. Видите, я могу выключить звук. Здесь такая есть кнопочка, да, потому что есть игры, в которых звук нельзя убрать. Там все время идет подача материала, и мы какого-то звукового мы должны это слушать. Мы выбираем одну из гусениц, и гусеница смотрит в разные стороны. Воронеж, приветствую, коллеги. Вот. И, ориентируясь на одну из гусениц, начинаем вот так вот менять Значит, мы смотрим на первую, меняем на верхний. Можно вот так, видите, поднести курсор, пуговица увеличится, и будем мы переставлять с места на место. Дальше у нас вот такая пуговичка здесь, да, мы ее сюда переносим. И вот такими вот щелчками так подносим. Вот у нас такая, видите, она не увеличивается, потому что она стоит на правильном месте. Тут у нас должна быть зеленая, зеленая с синей петлей. Так, можно оставить звук, если вы считаете необходимым. Ну, не хочу сейчас тратить на это время, потому что, понятное дело, все гусеницы вы выставляете, смотрите на самом деле, как ребенок ориентируется. Да? И если вы видите, что у ребенка с этим проблема, он не соотносит, делает все время, допускает ошибки, то у вас возможность в течение года все время предлагать эту игру, она у вас уже будет в этом комплекте на флешке «ЛогоБлиц школа», которую я показываю. Сейчас коллеги присоединяются из Воронежа, Новосибирска, Абакана. Показываю флешку «ЛогоБлиц школа», рассказываю о том, что у нее есть внутри такой, значит, два уровня сложности, и можно с ее помощью обследовать состояние речи как младших школьников, так и старших дошкольников. Мы выбираем здесь отметку. Например, не довел игру до конца, вот как я сейчас, да? И сохраняем результат. Двигаемся дальше. Повторение, последовательность, графическое копирование, два варианта. И смотрите, когда у нас какое-то графическое копирование, то у нас есть момент, когда мы можем увидеть материал на экране, и мы можем также распечатать вот этот же самый лист, чтобы ребенок выполнил задание за столом. И мне кажется, это очень хорошая вещь, и она такая, знаете, и демонстрационная для родителей, что обследование наше, наша диагностика проходит не только у компьютера, но и вот этот материал за столом. Поэтому распечатали, ребенок сидит карандашом или ручкой, сделай по образцу. Значит, нужно вот здесь вот образец. Угу. Вот как здесь, так и здесь делайте. Как вот наверху, видите, сверху вниз идет работа, так и здесь. Вот, то есть треугольничек второй клеточки от конца заштриховать, квадратик сверху вот здесь тоже заштриховать. А здесь свободный материал, который вы можете либо ребенка попросить. Сделай вот здесь, например, продиктовать ему два крестика, один треугольник и кружок. И здесь делай то же самое. То есть такой материал, который вы можете придумать сами вот в рамках вашего творчества. Поэтому, если вы видите, что видите, нарушение композиции, ошибки в форме и количестве фигур. Да, Наталья вот спрашивает, и я как раз, Наташа, специально вставлю тут всякие галочки, чтобы вам показать, что у нас существует диаграмма. Здесь в «ЛогоБлиц школа», за что мы ее очень любим, она такая прямо жирная, я считаю, флешка. Вот на ней и два уровня, и возможно сделать диаграмму для наглядности. И сделать эту диаграмму повторно, обследовав ребенка через 3 месяца, например, а потом еще через 3 месяца. Вот, и это, опять же, я все время говорю вам такой момент. Вам надо демонстрировать, я это знаю, да, работая в детском саду, в учреждении. Ну, как печатный материал, Наталья, мы оцениваем, да, мы же ставим здесь отметку, вот как на экране я вам сейчас показала, вы выбираете, видите, у меня тут нарушение композиции. Если ребенок выполнил материал на бумаге, вы то же самое, вот отсюда выбираете ответ, точный повтор или же ошибки в форме и количестве. Поэтому на экране он это вам показал или же вы распечатали, то же самое. Затем вот в этой флешке есть такая кнопка, как «Добавьте комментарий». То есть вы можете здесь написать все, что угодно, или же как ребенок реагирует, в каком он был настроении, что он умный и все хорошо справляется, но очень долго готовится и не может сосредоточиться, и бегает по кабинету или еще что-то. Да? То есть, понимая тот момент, что вы работаете со многими детьми, и нужно сохранять материал, который у вас есть, каждому ребенку, чтобы потом вообще вспомнить об этом, да? Чтобы и для родителей тоже вспомнить. Это вот и есть индивидуальный подход. Оксану из ясли-сад номер 380 приветствую от души. Оксана, демонстрирую, как выглядит обследование ребенка в младшего школьника или же старшего дошкольника с помощью материала на флешке «ЛогоБлиц школа». Дальше. Вот у нас те самые пространственные представления. Знаете, они, эти пространственные представления, они являются таким как бы ключиком иногда к неуспеваемости ребенка. И часто бывает так, что если сделали на этом большой акцент, увидели это и начали уделять внимание вместе с родителями, то у ребенка налаживаются все навыки и письменной речи, и чтения, возможно, тоже. Я вот, знаете, вот сейчас на собственном сыне, например, вижу, что он, да, уже достаточно взрослый, но пространственное представление, вот такая особенность, да, очень плохо сформированная, очень сильная ригидность в плане того, что восприятие информации не с первого раза. Да? Человек, вот иногда учителя, знаете, кричат, сколько вам раз надо повторять. Но это происходит не потому, что ребенок делает нарочно, не слушает учителя, он просто до него информация не доходит с первого раза, что реально надо повторить 3 раза, чтобы вот именно то, что нужно услышать, он понял. Да? Или вот я вижу, как он не любит переходить дорогу без светофора. Очень, это ведь тоже из этого пространства, представления, как тяжело он ориентируется на местности, то есть вот соотнести карту, быстро сориентироваться, вспомните это место и снова здесь легко ориентироваться. Вот этого нету, да? То есть это вот все то, что, например, как я сейчас понимаю, да, можно было бы развивать в детстве, прямо прицельно развивать, ориентироваться как в пространстве, в своем теле, где право-лево, ощущение себя, да, какой сейчас акцент делается, то, что не было вот у нас раньше, на ощущение своего тела. Поэтому в этой флешке тоже этот материал у нас отражен, и мы на него прямо акцентируем внимание, коллеги. Схема тела на картинке, да, значит, проверяем, можно проверить. Собственно говоря, что у нас просто здесь такой мальчик нарисован, и вы можете спросить, покажи, у вас какая-то красивая указочка, или ребенок это делает мышкой, где у него правая нога, левое ухо, вот у этого где, вот у этого, один мальчик к нам лицом, другой к нам спиной. Да? А теперь на себе покажи все то же самое, покажи у него правое плечо, покажи у себя. Или же я сейчас что показываю, да, вы показываете на левое ухо ребенка, вот что я показываю, покажи теперь у себя. И если вот такой маркер, что ребенок путается, вообще не поймет, о чем речь, путается и в картинке, и в себе, то вы прямо помечаете себе, что затруднения есть, и можете использовать в дальнейшем эту картинку, или же просто обращайте это внимание, и вот конкретно у этого ребенка, когда он приходит к вам в кабинет на занятие, или у вас это частная практика, это индивидуальное занятие, то вы можете прямо начинать как игру с этого момента. Давай вспомним, попрыгай на левой ноге, на правой ноге, а возьми теперь правой рукой, покажи, где у тебя левое ухо. Вот делать это в форме игры. Возможно, взять игрушку какую-то, там, мишку или куклу, на которой тоже это показывать объемно, да, то есть это уже хороший такой момент, который вы здесь фиксируетесь. Ориентировка на плоскости. Понятие вверх-вниз, влево-вправо. Есть кнопочка «Проверить», можем проверить. Обращаю ваше внимание, что вот пространственные представления, они носят некий общий характер, поэтому не разделены на 2 уровня. Поэтому смотрим так. Слушай, что скажет пират. Это у нас игра «Пират и клад». Вы знаете, что она есть на Мерсибо у всех, кто по подписке. Ну, собственно, все, кто по подписке эти игры знает и пользуется ими, надеюсь. Вот «Пират и клад» тоже в плоскости, работа в тетрадке, работа с клеточками. Все из этой области. Так, ну я прослушала, значит, куда идти. Где-то у нас здесь кнопка повтора есть. Видите, пока я выключала звук, он у нас сказал, куда идти. Ну, короче, вы двигаетесь все время 2 клетки вниз, 3 клетки вправо, вверх, вниз, лево, право. И в конце концов находите клад. Вот. И смотрите, ребенок выполнение с подсказкой, не довел до конца, не справился. Сохраняете этот результат и двигаетесь дальше. Навыки языкового анализа и синтеза. Ну, здесь понятно, да? Смотрите, в 1-м уровне здесь такая идет тема. Определение количества и последовательности слов в предложении. Наступила золотая осень, друзья познаются в беде. Повтори эту фразу. Или же скажи, сколько слов в предложении, какое 2-е слово, какое 3-е. И я уверена, что вот эти наши с вами дети, с которыми мы работаем, коррекционная группа, дети, с которыми работают логопеды и дефектологи, для них это проблемный вопрос, не такой-то и простой. Выделить само слово, отделить слово одно от другого. А это важный момент, да, потому что когда ребенок пишет диктант, а это очень быстро в 1 классе на него наступает такая проблема, как диктант, то хорошо бы заранее потренироваться, сколько слов в предложении, какое слово первое, какое последнее. Естественно, здесь речь идет о предлогах. Видите, на втором уровне мы уже предлагаем: в мае расцветает сирень, Ваня помогает маме нести тяжелые сумки. То есть уже встречаются предлоги, и тоже здесь можно, значит, выделить. И, соответственно, я сейчас выбираю ответы, коллеги, для того, чтобы мы с вами посмотрели, какая получится диаграмма. Да? Я пока тестирую как бы ребенка по первому уровню. Второй уровень задачи посложнее. Составление предложений из слов. Луна светит, ночь ярко. Какое ты составишь предложение, чтобы задействовать все слова? Нахождение ошибки в предложении. Заяц быстро убегает к лисе. Убегает к лисе. Услышит ли он эту грамматическую ошибку, да, к лисе от лисы? Тоже вы можете всегда, да, значит, либо ответ с подсказкой ребенок выполнен, или грамматическая ошибка в ответе. Или он не заметил этой ошибки, да, ему без разницы. Учитывая, сколько сейчас у нас детей билингвов, и вот я вот сейчас разговаривала с семьей людей из Киргизии, девушка приехала в 10 класс, и я спрашиваю маму, как она вообще по-русски-то говорит. Да, у них русский язык есть один раз в неделю, так она понимает. Я говорю, а как она будет вообще все предметы, физику, математику? Ой, она такая сообразительная, она все сообразит. Ну, я надеюсь, что она, конечно, сообразит, но когда у нас такие дети в детском саду, у нас, конечно, больше шансов их подготовить к школе, чтобы у них все-таки русский язык был им понятен. Да? Вот Галина, Людмила, Александра присоединяются. И, коллеги, я показываю сейчас флешку ЛогоБлиц школа, показываю, что у нее есть два уровня и возможность выбирать ответ и оставлять комментарии. Навыки чтения мы проверяем, опять же, с помощью кнопочки «Проверить», чтение слов на экране или «Распечатать». Проверить у нас там есть игра, я думаю, медленное чтение, например. На экране что это значит? Прочитай столбики слов. Вот читаем слова. Да, тот же листочек вы можете распечатать у ребенка и выдать его на листочке. Может быть, чтобы он дома прочитал. И слова идут, смотрите, простые: том, лес, боль, юг. И вот такие: макулатура, первоклассница. И мы не ставим задачи, чтобы ребенок знал, что такое макулатура. Нам важно, как он его прочитает и произнесет. Да, такой вот момент. Чтение и понимание текста на экране или, возможно, его распечатать. У Лены пропала любимая собака. Вот такой вот текст мы сочинили. Видите, он симпатичный. Его можно распечатать и дать собственные задания. Например, подчеркни здесь предлоги, если ребенок постарше, или подчеркни имя собственное, или там одушевленные предметы и так далее. Вы выбираете вариант ответа и двигаетесь дальше. То есть вот так всесторонне мы осматриваем, как у нас ребенок читает: быстро, медленно, переставляет ли слова. В общем, все это можно отследить. Навыки письма мы, смотрите, вот если вы берете эту флешку и работаете с дошкольником, то навыки письма, конечно, у нас здесь весьма ограничены. Но, тем не менее, мы можем предложить ему графомоторную пробу, вот такую. Вот у нас сейчас Федя идет в первый класс, он очень бегло читает, он переписывается с клавиатуры со мной по скайпу запросто, но думаю, что вот момент письменной речи еще нет. Но посмотрите вот такие предпосылки, как ребенок продолжит заборчик, будет соблюдать вот эти клеточки. Или же две строчки, чтобы вы дали собственное задание или сказали ребенку, чтобы он что-то свое сделал. Пожалуйста, вы можете это использовать. Вот Ставропольский край сегодня очень активный, мне это очень радует. Диктант слов разной структуры, да, как вы делаете диктант, что ребенок написал, просто диктуете ему слоги. Диктант слов разной структуры, уже слова, да, мир, вилка, зима, тумбочка, тоже выбираем. Списывание печатного текста, такое может быть задание, опять же, оно у вас будет на экране. И распечатать. И вот мне очень нравится тема «Распечатали». Все вот эти графические пробы, чтения. Вы можете прямо хранить некое досье, файл такой для ребенка. И вот этот материал, у вас как бы личное дело на каждого ребенка заведено, и здесь материал, с каким он пришел, да, как он себя показал. Это очень здорово посмотреть и сравнить с тем, что будет в конце года. Вот, мы двигаемся дальше. Звукопроизношение. К сожалению, отмечаю, что очень у многих первоклассников и второклассников нарушено звукопроизношение, и здесь необходима работа логопеда, но очень много зависит, конечно, от родителей, которые либо в этом заинтересованы, либо они это как-то не особо замечают, что, конечно, грустно, да, потому что ребенок идет дальше, и хорошо, если как-то это все сглаживается, и он по подражанию и в беседе, и в личной, и в общении начал лучше говорить, но практика показывает, что очень много взрослых людей с плохим звукопроизношением, и ты смотришь и понимаешь, что он бы уже и сам мог исправить, но уже так сильна привычка и стереотип, то как-то это идет с ним по жизни. Оценка чтения, вот как мы когда посмотрели, как у нас ребенок читает, смотрите, здесь достаточно большая градация. Опять же, это мы делаем для себя, себе на заметку. Беглое чтение с пониманием, послоговое, побуквенное чтение, по догадке часто бывает, искажение слов при чтении. Видите, мы все это ставим. Или навык не сформирован. И отмечаем здесь дополнительные какие-то комментарии, как ребенок читает, на что обратить внимание. А у нас с вами уже есть игры на эту тему и весь год впереди, чтобы с ним позаниматься. Оценка почерка тоже, в том случае, если вы его оцениваете. Посмотрите, какие мы сделали здесь нарушения наклона, или сползающие вниз строка, или разновеликие буквы. Все это отмечаете, дополнительные комментарии. Утомляемся, вот я вам говорила, внимателен большую часть обследования, или бодр на протяжении, или устал через 10 минут, истощаемость сильная, потеря внимания через 5 минут, низкий самоконтроль. Нам тоже нужно такой материал иметь, такое понимание, да, чтобы иметь это в виду, занимаясь с ребенком, возможно, приглашая его на занятия в начале дня. Вот Оксана как раз и пишет, девочка-билингвист, понимает обращенную речь, но говорить по-русски не умеет. И вот здесь, конечно, если это задача Оксаны, да, научить ее говорить, здесь, конечно, целая программа. Говорить, повторять, возможно, вот учить стишки, вот просто с книжкой сидеть, с игрой, да, вот чем хороша интерактивная игра, она все время требует обратной связи от ребенка. Ты, персонаж сказал на экране, и ты скажи. Он сделал, и ты сделал. То есть Оксане вот прям рекомендую заниматься на Мерсибо с играми, потому что, я все время это подчеркиваю, у нас игры не чтобы ребенок сидел молча, а чтобы он повторял, называл, давал ответ. Ну и здесь есть кнопочка заключения специалиста, который вы пишете самостоятельно. Нажала я на кнопочку «Сохранить». Да, и вот у нас такой материал, вот все, что я отметила, все у нас и сохранилось, и вот в такой карте. Наталья пишет, игры Мерсибо к флешке предлагаются или только по подписке? Вот, Наталья, я сейчас показываю флешку. Внутри флешки есть игры, да, которые в этой флешке и есть. Вот вы покупаете флешку, там все игры. И это игры Мерсибо, да. И что касается подписки, там вот 350 игр Мерсибо, и это игры, которые вы выбираете для своей работы. Вот, поэтому не очень поняла вопрос. Но вот я показываю флешку, показываю то, что работает без интернета. Игры там нормально все работают. Вот, Владимир к нам присоединяется, Северное сияние и Якутия. И смотрите, мы написали «Построить диаграмму». Вот я нажала на кнопку, и у нас диаграмма. Значит, желтеньким у нас отмечено это удовлетворительный уровень, розовым – плохой. Если белым, то нету данных. Если зелененьким светлым, то хорошо, а если зелененьким темным, то отлично. И таким образом, смотрите, вот я навожу курсор, а мне сразу подсвечивает, что дифференциация слогов на слух, ну, как бы вот на среднем уровне. А вот эта область отличная. А вот белые полоски показывают мне, что здесь я не проводила обследование, не проверяла эту область, и я либо это сделаю в следующий раз, закончу обследование, либо у меня был просто ребенок достаточно маленький, я не предлагала ему этот материал, предложу через полгода. Вот. Таким образом, еще раз говорю, можно заполнить карту еще раз, да, еще раз что-то добавить в нее, ее можно распечатать, ее можно сохранить, короче, делайте с ней все, что хотите. Мы сохранили материал, который сделали для Оли. Возвращаемся к списку детей. Вот у нас здесь 2 детей. Добавить ребенка, пожалуйста, добавляя следующего ребенка, сохраняю. Здесь может быть любое количество детей, 20, 30, 40, 50. Сколько у вас детей, столько и заполняйте. Вот, поэтому материал в этом плане мне нравится, он очень удобный. не требует от вас какой-то дополнительной писанины, просто выбираете нужный ответ, градация довольно серьезная. И сейчас, чтобы показать, что у нас достаточно аналогичные материалы на флешках, я сейчас вынимаю флешку «ЛогоБлиц школа» и вставляю флешку «Психоблиц», потому что Ага. Вот как раз Ганна спрашивает, будем ли мы обсуждать психоблиц. Хочу показать, потому что психоблиц тоже мне очень нравится. Достаточно универсальная методика. Чем она замечательна? Тем, что ее можно как психологам использовать, так, я так думаю, например, воспитателям продвинутым. Омск наконец-то с нами. Ну, Олеся, вы уж прям опаздываете. Омск. Мы уже посмотрели флешку «ЛогоБлиц школа», сейчас смотрим «Психоблиц». Вот так выглядит. Видите, загрузилась она очень быстро. И судя по тому, что уже здесь есть дети, вот эти, я уже образовала и показывала вам. Да, Ирина, созданный материал можно распечатать, можно сохранить просто как файл на своем рабочем столе. Пожалуйста, можно возвращаться к нему и дополнять. И главное, что вот эта флешечка, да, вот я вам сейчас показываю флешку «ЛогоБлиц», вот она в таких коробочках к вам приходит, вот, то на этой флешке вот у вас все ваши дети сохраняются, весь материал, который вы по ним сделали. Вот Олеся, психолог, да, и вот смотрите, вот у нас интересно, что Вагончиков Петр, собственно, как и все остальные дети, созданную психологическую карту можно открыть. Можно сделать копию ее, да, вы можете сделать копию, а можете ее удалить, да, то есть, пожалуйста, добавить ребенка. Вот у нас ребенок здесь появился, я нажимаю на кнопочку «Изменить», вот он у нас новенький, опять мы с вами делаем, что это у нас Света. Такина. Не знаю, что это такое за Света. Вот, скорее приделаем ей веселую картинку. Свете нашей. Значит, вот смотрите, доу, группа, девочка. Это у нас замечание, примечание. Ну, естественно, дату рождения здесь у нас ведь чуть-чуть по-другому. Ну, выбираем сентябрь. Вот у нас 7 сентября. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». Вот так выглядит психоблиц. Видите, немножко отличается. Здесь уже нет такой градации. И вот с чего мы начинаем. Какие у нас здесь блоки есть в психоблице? Физиологическая готовность, да, то есть моторное развитие, как вообще ребенок. Социально-личностная готовность идет. Третий блок психолога – педагогическая готовность. Вот у нас здесь столько данных. Четвертый блок – представление об окружающей среде, словарный запас. Пятый блок – математические представления. Шестой – начальные навыки чтения. И здесь в этой флешке, смотрите, много игр. То есть вот эта вот иконка и кнопочка «Проверить» говорит о том, что вот это вы запускаете игры. И поэтому я все время, коллеги, подчеркиваю, что это не только одноразовая такая флешка, что она вам понадобится в сентябре и больше не понадобится. К ней можно возвращаться в течение всего года, пользоваться теми материалами и играми, которые есть внутри флешки. Особенности латеральной организации, такой у нас здесь есть пункт. Речевая готовность, тоже психолог, как правило, проверяет. Да? Еще разочек подчеркну, коллеги, что в плане консультации психолога тоже такой материал очень эффектный, да? Потому что психолог как обследует психические функции ребенка, логика мышления, память, это все епархия, так сказать, психолога, также и поведенческий аспект. Но когда вы предлагаете такой материал с играми, с различными задачами, то вы, как психолог, безусловно, наблюдаете, как ребенок реагирует, как он взаимодействует, да, в каком контакте он с вами, с родителем, с персонажем игры. Это для вас о многом говорит. Итак, блок 8 – речевая готовность, блок 9 – мотивация. Мотивационная готовность к школе. Блок 10 – оценка поведения и настроения ребенка во время диагностики. То есть вот психоблиц состоит из 10 таких блоков. И как наверху у нас есть кнопочка «Заполнить». Видите, я на нее нажала «Заполнить». Вот эта вот кнопка, она не очевидная, но, коллеги, на нее надо нажать для того, чтобы появились моменты, и мы должны ставить вот здесь вот галочки. Соответственно, когда мы с вами ее, соответственно, заполним, можно ее тоже распечатать, сохранить. Итак, начинается у нас физиологическая готовность, наши любимые игры «А ты так можешь» и ручные привидения. Например, все это соответствует возрасту, мы выбираем небольшое отставание или задержку физического развития. По разным причинам она может быть, но мы это отметим. Группа здоровья у нас отмечается: основная или особенности здоровья. Социальная личностная готовность на основе беседы с ребенком. Эмоциональная устойчивость, способность к самопроизвольной регуляции, адекватная оценка своих действий или же, наоборот, слабость учебной мотивации, да, гиперактивность и так далее. Мы это все вот здесь с вами отмечаем. Аутистическая симптоматика присутствует или нет? Мы пишем «не наблюдается», да, если такового у нас нет. Самооценка ребенка. Очень мне нравится эта тема. Вот когда мы отмечаем, то мы говорим: поставь себя, на какую ступеньку ты себя поставишь. Я вот Любе это предложила, она поставила себя сразу наверх. Да? И вот я думаю, самих себя спросить, да, вот если же, вот как вы себя оцениваете, вот куда вы себя поставите, вы настолько вот прекрасны и хороши, или вы где-то еще здесь, да? И мы вот здесь можем даже отметить адекватная самооценка, завышенная, заниженная. Но, коллеги, хочу вам сказать, что очень условная такая вещь, не знаю, согласятся ли со мной психологи, вот, потому что завышенная или заниженная самооценка у ребенка вообще еще пока трудно это все определять. Но, тем не менее, если вы считаете нужным, то вы можете проверить такой момент. Да? То есть мы предлагаем, а вы уже сами решаете, как вы к этому относитесь. Психолого-педагогическая готовность. Мы проверяем логическое мышление с помощью игр «Прыжки в воду», «Кто лишний», «Болотная свадьба». Вот эти игры, они есть, естественно, все на Мерсибо. И если вы как психолог работаете на Мерсибо и вам достаточно тех игр, которые там есть, то, безусловно, вы не нуждаетесь в такой флешке. Если же вы предпочитаете, вот, чтобы у вас был компактный материал, вот так вот последовательно выстроен сразу организацией психологической карты, то, конечно, такая флешечка хороша. Ну, здесь посмотрим игру, например, «Кто лишний». Сейчас поиграем в интересную игру. Одна картинка здесь лишняя. Надо ее найти и убрать. Будь внимателен, не спеши. Начинаем. Здесь я тоже вам подсказываю. Есть картиночка «Смена вида». Да? Вот, рада, что Ташкент с нами, Хакасия, Волжский. Присоединяйтесь, коллеги. Уже смотрим «Психоблиц». «ЛогоБлиц школу» посмотрели. Облако, радуга, туча, огонь. Соображаешь. Выбираем картинку, слушаем объяснение ребенка и так далее. Все верно. И такая игра, да, вы можете ее всей группе предложить, занимаясь подгруппой в течение года, также можете ее предложить. Ну, тут у нас такая тема «Домашние дикие животные». Прекрасно. Ну, короче говоря, вы смотрите, ребенок справляется легко с подсказкой, вызывает ли затруднение, и закрываете. Да? У вас такая вот пометочка осталась. Смотрите, если у вас есть время, предлагайте все эти игры. Есть вот такое: найди ошибку в ряду и щелкни по ней. Гриб, жук, мак. Гриб, жук, мак. Гриб, жук, мак. Ага, типа у нас тут надо перевернуть. Вставь нужный предмет. Тоже вот здесь такая вот задача. Вот такой вот интерактив интересный, да? Но я, видимо, ошиблась. Скорее всего, наверное, желтый надо поставить. Вот. Ну, здесь вот это вот прям мне сложно сейчас вглядываться. По их выражению этих смайликов решить, никакого смайлика не хватает. Ребенок справился легко или справился с подсказкой, мы выбираем ответ. И вот так вот двигаемся дальше. Смотрите, у нас здесь и пингвины-невидимки. Зрительное внимание проверяем с помощью игры. Предмет, силуэт, невидимки, проверочные задания. Какое тут интересно, я уже забыла. Сравни картинки, найди 3 отличия. Да, вот мы щелкаем на эти отличия. Тут у нас какие чашечки. Что тут у нас еще? Количество вот этих вот штучек. Красноярск передает привет. Спасибо большое, Наталья. Вот такая игра, да, то есть здесь вот такое проверочное задание, оно даже не как игра, да, именно как такое задание. Сколько лет рекомендуете наши игры? Рекомендуем наши игры. Если вообще Анастасия говорит про игры Мерсибо, то у нас материал для детей от 2 лет, потому что много есть игр на звукоподражание, на работу с животными и так далее. Вот, если, ну, основной контингент – это, конечно, дошкольники, да, больше всего, где-то 80% игр дошкольники. Также есть очень много игр уже сейчас по математике, по русскому языку. Это дети 1, 2, 3, даже 4 класс. Да, то есть, когда мы создавали Мерсибо, была задумка такая от 2 до 10 лет. Вот то, что я показываю сейчас психоблиц, да, специально, видите, тут у нас такая Света получилась, она 4-летний ребенок, да, но я бы сказала, что с какими-то играми она справится. Тоже 4-летние дети бывают, знаете, такие сообразительные. Вот Оксана говорит, у нее ребенок билинг, да, вот можно с этим ребенком позаниматься здесь и посмотреть. И уже не только смотреть, что она понимает все, что она видит на картинке, но и чтобы она это называла, во всяком случае повторяла за вами название. И здесь, видите, у нас отмечено зрительное внимание, слуховая память, пространственные представления, тоже пират и клад есть, и проверочные задания. И вот результат такой, уровень, значит, ВПФ соответствует возрасту в процессе формирования или же снижен. Да? Вот. Двигаемся дальше. Представление об окружающей среде тоже, да, пересекается с задачей воспитателя тоже. Почему я и говорю, что вот, если воспитатели заинтересовались таким материалом, может быть, нужно сделать какую-то свою методическую работу, может, какие-то опять демонстрации от вас требуются. Тоже вот эта флешка «Психоблиц», она очень такая понятная. Плюс, еще раз подчеркну, она содержит достаточно много игр, которые можно использовать в течение года. И вот смотрите, представление об окружающей среде, словарный запас. Есть такие игры, которые мы еще используем в качестве викторины. Ну, мне очень нравятся хитрые вопросы, хотя эта игра такая достаточно древняя, но вопросы можно позадавать такие детям. Привет! Василий и Василиса хотят проверить, много ли ты знаешь. Если сможешь ответить на все их вопросы правильно, то получишь звание магистра внималки и смекалки. Отвечай только «да» или «нет». Начинай. Ты родился в 20 веке. Точно? Вот такой вопрос мы задаем ребенку, да, сразу как бы уже, наверное, ребенку постарше, чтобы он вообще сориентировался, в каком он веке, что он живет сейчас в 21 веке, скорее всего, в нем и родился. А мама в каком веке родилась? Мама, может, еще даже и успела родиться в 20-м. Да. И откуда ты все знаешь? Карабас-Барабас – лучший друг Пьеро. Уверен? Да. Соображаешь, однако. Вся музыка состоит из 7 нот, да? Ага, вот Светлана спрашивает, сама предлагает, над какими играми работать. Видите, Светлана, когда мы говорили про ЛогоБлиц школа, да, то там у нас такая диаграмма, она показывает как бы слабые места ребенка. Здесь, мне кажется, вы сами видите, с этими же самыми играми можно и работать, потому что, например, если я сейчас напишу «вызвало затруднение, не справился», то это же и есть для меня сигнал работать с этой игрой. Вот, хотя, конечно, вот... Мы все время, знаете, в компании обсуждаем, вот делать ли нам рекомендательный сервис. Я все время как логопед, который, может, потому что большой опыт, я как бы сразу вижу, с кем, над чем работать, да, с ребенком. Но, возможно, это могло бы быть заключением каких-то рекомендаций, да, по итогу проведения обследования, когда мы говорим, вот такие-то, такие-то игры возьмите в работу. Или же вот такая, фонематический слух у ребенка плохо развит, вам предлагаются вот такие игры. А вот что касается вот такой игры, да, хитрые вопросы, здесь, конечно, общее развитие ребенка. Ну, какую мы можем сделать оценку? Ну, если ребенок вообще не понимает, например, обращенную фразу. Там у нас Карабас-Барабас – лучший друг детей. А здесь что может быть? Ребенок, например, не читал сказку Буратино. И это как бы не является тогда его ошибкой. Он просто не слышал, поэтому что он скажет? Это ты знаешь. 100 больше 1000, да? Опять же, да, вот вопрос 100 больше 1000. Уже ребенок должен в этом ориентироваться. Это ты знаешь. Когда выступает клоун, все зрители плачут. Верно? А вот это ребенок любой должен сообразить, да? Ну, если он знает, кто такой клоун, для чего он нужен, да, он должен всех смешить. Да. Соображаешь, однако. солнце величиной с 10-этажный дом. Верно? Конечно, я бы сказала, специально вот я когда придумывала все эти вопросы, да, все-таки ориентация на старшего дошкольника. Даже младшим школьникам можно такую увидеть, такую предложить викторину, да, и посмотреть, как вообще дети ориентируются. Верно! На светофоре загорелся зеленый свет. Можно переходить дорогу. Ну правильно? И так далее. Допустим, ребенок с подсказкой, с наводящим вопросом, с тем, что вам пришлось продублировать вопрос, справился, и вы закрываете, ставите для себя эту отметку. И в процессе вот этих игр, да, которые выполняет ребенок, заданий, вы знакомитесь с ним, смотрите, и у вас прямо возникает очень понятная, четкая картина, начиная с его физического развития, да, с его интеллектуальных способностей. Насколько быстро он соображает. Может быть, вот он вам все вопросы правильно ответит, но ему надо дольше подумать. Да? И вы будете это учитывать и общаться с ним. Потому что я вот понимаю, коллеги, что темперамент человека не изменить. Да? И наша задача не есть такова, что мы должны, чтобы он быстрее соображал, быстрее думал, скорее. Нет. Как соображал? Можно включить кондиционер, все, мне уже можно включить, спасибо. Вот. А просто, чтобы понять его особенности. В виде паутинки по областям, да, Светлана? Ну вот учту ваши пожелания, да, потому что вот эта паутинка тоже, она симпатичная, и как бы вот, ну не паутинка, а что-то похожее на это у нас в том логоблице есть, а здесь психоблиц, по-моему, мы еще не делали. Вот. Двигаемся дальше и выбираем ответ. Достаточно осведомлен для своего возраста, дефицит лексического запаса, ответы с подсказкой, да, тоже можем это выбрать. Математические представления, ну, наши любимые тряпки по порядку, беличий переполох, сравниваем больше и меньше, жадные пылесосы и проверочные задания. Назови цифры, да, просто предлагаем ребенку назвать цифры. Не нужно, понимаете, вот сейчас нам залезть где-то или рисовать эти цифры, а просто мы смотрим. Так, посчитай от 1 до 15 и обратно. Вот такое задание. Выбираем, что справился легко, и закрываем. Такая отметка внесена. Нет, паутинки нету по подписке. В подписке у нас просто набор игр как инструмент для вас, чтобы пользоваться. А вот если вы были в прошлый раз, Светлана, я показывала «Речи-двигатель», такая получилась классная программа, вот она позволяет тоже делать диаграмму, чтобы показывать, где у ребенка слабые места, где у него сильные места. Но там у нас прям поурочная такая система. Если не видели, можете посмотреть на портале Мерсибо. На YouTube у нас все сохраняется. «Речи-двигатель» получился классный, и мы очень порадовались в прошлый раз, что прямо на него был большой спрос. Хорошая программа получилась. А сейчас показываю вам. Значит, психоблиц соответствует возрасту, пишем математически. Начальные навыки чтения, да, вот наши такие любимые игры. И, пожалуйста, смотрите, сколько игр, пожалуй, на психоблиц их больше всего. Имейте в виду, что их можно и как обследование, как диагностика, как общение с ребенком, так и уже непосредственно в работе. Вот игра «Богатый улов», например. Любишь порыбачить? Сегодня чудесный денек, чтобы забросить снасти. Чую, улов будет отменный. Помоги рыбаку добыть улов. Для этого читай слог на рыбке и щелкай по ней. Да, вот у нас рыбка, она плывет медленно. Задача ребенка просто прочитать слог. Вот это экземпляр! Может быть, вот он думает, читает. Видите, у него какой слог, не такой-то и простой. Вот это экземпляр! Далее пометили, так сказать, эту рыбку. Вот такие у нас рыбы симпатичные плывут. Вот это экземпляр. Прям рыбный день. Рыбный день у нас по четвергам. Вот. И таким образом они у нас все плывут. Мы выбираем, путает он буквы или читает, и закрываем. Вот коллеги приветствуют меня, тем не менее, тем временем мы уже смотрим программу «Психоблиц». Это флешка, работает она без интернета и очень удобно как в проведении обследования, так и в дальнейшей работе психолога. И здесь ставим себе пометку «Читает по слогам», «Читает по буквам», «Навыки чтения не сформированы». Так тоже бывает. Вот, значит, посмотрели на все, выбрали здесь отметочку. Двигаемся дальше. Латеральная организация. Тут у нас наш железный дровосек нам позволяет. Вот Елена говорит, если у вас есть психоблиц, Елена, новые задания включены. Может, вы просто не до конца посмотрели, Елена, потому что мы не переделывали психоблиц с тех пор, как он вышел. Вот, задания все те же самые. Вот просто, возможно, вот этот вебинар поможет вам освежить в памяти ее, да, и посмотреть, сколько там игр реально много. Вот, удобно. Что-то заржавел я не на шутку. Ищу пытаюсь пробелом пропустить инструкцию, но не получается. Кто поможет мне стать веселым и подвижным? Надо взять масленку и смазать те места у дровосека, про которые он говорит. Тогда он сможет хорошо двигаться. Смажь мне левую кисть. И вот у нас, как помните, в прошлый раз был ребенок нарисованный, так у нас персонаж этого дровосека появляется, поворачивается к нам то спиной, то лицом. И поэтому надо сообразить, где у нас тут левая кисть. И смазать. Щекотно же! Еще раз левую кисть, пожалуйста. Видите, он уже по-другому. Полегчало. Левая коленка. Ну, неси так смазку. Смазываем его, и в конце концов он у нас бодр, весел и здоров. Например, ребенок справился, но с подсказкой. Конечно, вы всегда можете... Смазал левую кисть, покажи у себя левую кисть. А у меня где левая кисть? Да, смотрите это вместе с ребенком и таким образом латеральную организацию его проверяете. Средний, низкий, высокий. Речевая готовность у нас может, как мы здесь не предлагаем действовать как логопеду, да, и все-таки психолог есть психолог у нас. Очень близкие сферы деятельности, но все-таки не совсем. Поэтому, общаясь с ребенком, да, психолог, специалист смотрит, хорошая связанная речь, четкое произношение или хорошая связанная речь, есть дефекты звукопроизношения. Рекомендована консультация логопеда. Недостаточно сформирована произвольная речь, односложные ответы на вопросы. Вот это все мы с вами отмечаем и двигаемся дальше. Уже здесь меньше работы. И вот, например, вот начиная с 8-го пункта мы уже можем ребенка отпустить и самостоятельно заполнить это, потому что вот у нас ребенок был, и мы его сейчас представляем. Мы спрашиваем ребенка, что такое мотивационная готовность. Хочешь ли ты идти в школу? Как ты будешь учиться? Ты знаешь ли, в какую школу пойдешь? Да? Это скорее уже старший дошкольник, который собирается идти в школу. И мы тоже этот материал не пропускаем, да, потому что это важный момент. Поговорить об этом. Вопросы приблизительные, конечно, на ваше усмотрение. Тут все зависит от возраста ребенка, от позиции его родителей, например, и так далее. Оценка поведения и настроения ребенка во время диагностики. Спокойное настроение, положительно относится к окружающим и достаточно... Ой, Елена Бобылева, вижу ваш вопрос по психоблицу. Здесь... Коллеги, все время не устаю вам говорить, когда какая-то проблема флешки, да, нужно позвонить в нашу техподдержку. Она прямо расспросит, какие у вас особенности и вашей системы компьютерной, и подсказку вам даст, да, потому что я не могу оценить, в чем дело. А вот техподдержка подскажет. Одно утешение, что хотя бы дома она работает, да, то есть многие материалы можно... дома заполнить. Но вообще, Елена, конечно, посоветуйтесь. Наша техподдержка, все наши на главной странице, все данные есть. Вот. Короче, мы выбираем здесь свое наблюдение, можем написать рекомендации, заключение, дату. Здесь пишем, когда у нас проходило с вами обследование. Сегодня у нас что, август? Август, вот 31 число. Пишите, подписывайтесь, да, то есть материал можно распечатать. И это самое, и его представить. Все, мы пишем, нажимаем обязательно сохранить. И смотрите, его можно сохранить как документ вордовский. А когда вы его таким образом сохраняете, то вы можете его дополнить, урезать, добавить и так далее. Все делать, как вам удобнее. Поэтому мы вот так вот поиграли с ребенком, посмотрели, да, и возвращаемся в список детей. Теперь у нас наша Света, да, мы можем снова открыть ее карту, можем сделать копию, чтобы еще один раз заполнить, чтобы потом, может быть, сравнить. Или же, если со Светой у нас уже все нормально, вообще она нас покинула, перейдя в другую школу, то мы просто удаляем эту карту. И вот таких карт у вас может быть любое количество. Думаю, что ЛогоБлиц, обычную флешку ЛогоБлиц, коллеги, не буду показывать, потому что все аналогично, все интуитивно понятно. Напротив каждого пункта и блока есть проверочные задания, которые выполнены либо как на экране, либо их можно распечатать, либо это будет игра. Да? И я хочу, чтобы вы как бы сориентировались в том, что в начале учебного года весь этот материал вам может пригодиться, станет вашим хорошим помощником и, о чем я, коллеги, еще раз говорю, может быть хорошим материалом для вашей самопрезентации. Сейчас я перетащила сюда страничку с нашим с вами чатом, видите, читаю ваши комментарии. Вот, чтобы вам ответить. И покажу, что до 6 сентября, вот я нажимаю на эту кнопочку, она тоже рядом с вашим чатом. У нас, во-первых, бесплатная доставка, во-вторых, у нас скидки на эти программы, а в-третьих, у нас их можно купить как по отдельности, так и комплектом. Комплект у нас такой: ЛогоБлиц школа и ЛогоБлиц. Возможно, специалист работает и в школе, и в детском саду. Скидка сейчас больше 1000 рублей на такой комплект идет. Психоблиц и ЛогоБлиц, например, вы объединились, логопед, психолог, работаете в школе, хороший момент со скидкой приобрести, там раз в корзиночку положили. Или же, если вам нужны все 3 материала на детский сад, например, вдруг администрация у вас так добра, что предлагает вам все купить, пожалуйста, тоже в корзинку и имейте в виду. Речи-двигатель, напоминаю, шикарная программа, в которую входит не только флешка, но и целая коробка с карточками, с большими, маленькими, укомплектованы в конвертике, с такой ленточкой, с играми. Вот такая программа у нас появилась, наша новинка. Да? Конструктор картинок тоже можно там приобрести. Просто сейчас закидываю, чтобы вам показать, как это действует. Вот здесь вот кнопочка «Настольные пособия» наши. Можете посмотреть, что вам еще пригодится для логопедов. Вот «Трудные звуки» или «Мой день». Да, хорошо для связанного рассказа. Картинки отличные. «Летает, не летает», от начала до конца. Все вот это можно сделать. Заходим в корзину. Если у меня подписка, я, видите, сейчас не вошла в свой аккаунт, у меня была бы 10% скидка, потому что у меня премиальная скидка. Ну, смотрите, вот материал на 9000 набрали добра, что-то удалили, что-то сюда закинули. Да, и, значит, по кнопочке «Продолжить» заполняете вот у нас свои данные. Здесь у нас будет бесплатная доставка. Вот вы это знаете, потому что 2500 варианты таких: курьер, пункт выдачи, Почта России, тоже выбираете, заполняете свои данные и, соответственно, нажимаете на кнопочку «Оформить заказ». Здесь все очень просто. Так, вижу ваши комментарии, все понятно и интересно, да? Значит, про скидки я вам рассказала, смотрите их. Новинку нашу напоминаю, шикарная программа получилась «Речи-двигатель». Все, кто работает как дефектологи с неговорящими детьми, с плохо говорящими, ОНР 1-2 уровень, алалии, дизартрии, это «Речи-двигатель», просто вот готовый комплект, поурочная схема с очень новыми интересными заданиями, как и настольными, и с карточками, и двигательными, и пальчиковыми. Тут несколько новых игр, которых нету на Мерсибо. Уверена, что вам пригодится. Так, конструктор картинок и генератор корректурных таблиц сейчас в онлайн-версии, тоже прочитайте эту информацию. Например, вы пользуетесь только флешками, купили флешку себе «Психоблиц» и оформили подписку на генератор корректурных таблиц. Все, вы только на него подписались, там рекуррентная подписка, 200 с чем-то рублей в месяц списывается, и делайте корректурные таблицы, да, вот, например, психологу я так и советую сделать, да, на генератор корректурных таблиц подписаться, а купить «Психоблиц». Вот отличный вариант. Бесплатная доставка у нас действует. Ну и, коллеги, приглашаю вас на курсы повышения квалификации. можно еще успеть попасть и зарегистрироваться, вот обязательно кнопочка «Зарегистрироваться на курс Косиновой», да, это система логопедической работы по коррекции звукопроизношения у детей с ОВЗ. Это будет 12 и 13 сентября, с Еленой Косиновой встречаетесь, удостоверение государственного образца, вот за такой шикарный совершенно курс. Еще разочек покажу, видите, здесь есть кнопочка «Обучение», нажимаете «Онлайн-события». Да, нажимаете на кнопочку «Ближайшие события». Вот у нас с Еленой Михайловной у нас будет курс, прямо курс, удостоверение, все понятно. Также это у нас встреча 18 сентября с Агаевой. Про логопедический массаж поговорим с Буниной, активизация речи у детей с ТНР, первые слова из опыта логопедической практики. Вот такие мастер-классы на сентябрь у нас уже есть, на октябрь сейчас тоже уже заполним. Если вы смотрите онлайн-события ближайшие, так, смотрим вот так, вот так, вот так. И отзывы тоже все можете у нас здесь почитать. Так. В записи, да, подписка, вопросы. Короче говоря, я надеюсь, что вы здесь у нас найдете кнопочку «Бесплатные вебинары», тоже ближайшие события. 5 сентября встречаемся с Еленой Михайловной Косиновой, она интересную тему расскажет, наиболее частые ошибки в работе логопеда. Зарегистрируйтесь, это бесплатно, да, будет встреча с ней. Ну, возможно, вас заинтересует информация, чтобы вы пришли к ней на курсы. Это будет действительно классно. Она у нас на эксклюзиве, ее больше нигде нет, как только у нас на Мерсибо. С Дробышевой Еленой встречаемся в среду, следующую среду 7 числа. Я с вами встречаюсь в сентябре 14. Это все бесплатные вебинары. Надеюсь, вам будет интересно здесь пообщаться. Так, ваши комментарии. Вот здесь у меня все написано. Можно ли речь-двигатель приобрести в рассрочку? Ой, Елена, это надо техподдержки спросить. Но, по-моему, нет. Что-то я такого не помню, чтобы у нас такая была система. Вот, посмотрите еще разочек на него внимательно. Вот, ну, конечно, вещь очень полезная. На курс повышения квалификации я вас пригласила. Действительно, это будет интересно, это эксклюзив. Мы где-нибудь не чаще, чем раз в полгода с Еленой Михайловной встречаемся. Хорошая тема побывать, услышать хорошую полезную информацию, еще и удостоверение приобрести. Смотрим, работает ли наша форма сертификата, а она работает. Заполняйте ее. Вот, тут мы с вами знакомимся. И тут, смотрите, коллеги, вот обращаю ваше внимание, когда будете заполнять эту анкету, здесь написано, какие документы вы составляете. Выберите все необходимые варианты. Хотим поподробнее узнать, видите, я вам сегодня рассказываю про документы обследования, да, но мы еще делаем ведь рабочие программы, индивидуальные маршруты, и хотелось бы нам так вот прицельно узнать, пользуетесь ли вы ими, какие вам лучше нужны, чтобы вы сами, чтобы мы как-то ориентировались на то, какой материал вам наиболее полезен, чтобы его сделать. Поэтому повнимательнее, пожалуйста, заполняйте анкету в этот раз. Хочется узнать ваше мнение, потому что это, конечно, и есть наше с вами сотрудничество. Да? Мы делаем для вас материалы, потому что получаем обратную связь. Вот это необходимо. И поэтому Светлана, когда нам пишет, что наши пособия помогают в работе с детьми с ОВЗ, а Ирина пишет: «Восхищаюсь вашими пособиями, нам это очень ценно, это стимулирует нас в дальнейшем придумывать новые и новые пособия, а они у нас, уверяю вас, в процессе сейчас». Да? Вот над речи-двигателем мы почти год работали, да? Мы его уж так облизывали, такой получился материал классный. Да? Сейчас тоже в процессе будет все это, как появится, мы вас познакомим, да? Поэтому просто всегда приходите на наши вебинары, и мы будем вместе с вами общаться. Ну что ж, заполняйте сертификат, коллеги. Я хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за вашу активность, за то, что когда я прихожу в студию и здороваюсь с вами, общаюсь и читаю, из каких вы городов, у меня полное ощущение, что мы с вами вместе будем поддерживать друг друга и все делать для того, чтобы работа с нашими детьми была эффективной, результативной, интересной для вас и для нас. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого хорошего. До свидания.